Кроме того, с 5 ноября этого года изменились правила и для тех, кто только желает получить права. Теперь сделать это после самостоятельной подготовки невозможно. Ужесточились требования и к экзаменаторам. Их минимальный возраст должен быть не 23, а 25 лет. Специалист обязан иметь высшее образование и водительский стаж от 3 до 5 лет. Еще одно нововведение рассказали сотрудники ГИБДД. Сдать на права сейчас можно и на машинах с автоматической коробкой передач. Правда, человек, который проходит испытания на таком автомобиле, потом должен ездить только на машине с коробкой автомат. А тем, кто не сдал экзамен с третьего и более раз, право на еще одну попытку дадут только через месяц.